Закупка дня. Добрый день, с вами Надежда Иваницкая. Сегодня я расскажу вам о самых интересных госзакупках дня. Агентство по туризму собирается сформировать образ России как страны, благоприятной для отдыха и туризма среди испанцев. На сайте госзакупок появился заказ на продвижение туристических возможностей России на рынке Испании. Согласно требованиям документации, исполнитель заказа должен устроить промо-мероприятие в одном из торговых центров Мадрида. Причем этот центр по требованиям документации должны ежегодно посещать не менее 6 триллионов человек. Ну, заметим, что выполнить это требование будет довольно сложно, потому что все население Земли не превышает 7 миллиардов. В торговом центре, если такое все же найдется, должен быть установлен стенд с логотипом национальных годов России в Испании и Испании в России в 2011 году. Разработать творческую концепцию стоит 850 тысяч рублей, арендовать места в торговом центре и оформить стенд – 3 миллиона рублей. 6 дней там будут работать 2 консультанта, которые на английском и испанском языке будут рассказывать всем желающим о главных достопримечательностях России. Мероприятие будет анонсироваться на 2 наиболее популярных в Мадриде радиостанциях. Ролики должны выходить 17 раз ежедневно в будни и 8 раз в выходные. Всего не менее 100 раз. Стоимость этой услуги почти 2 миллиона рублей, а общая стоимость заказа 7,5 миллионов рублей. Администрация Екатеринбурга готовится к Новому году. На сайте госзакупок появился заказ на проведение мероприятия под названием «Русь богатырская» и фестиваля ледовой скульптуры «Чудо чудное, диво дивное». Для праздника понадобится мультимедийная елка с программным управлением высотой 44 метра, ледяная кремлевская стена, а также 15-метровая ледяная спасская башня. На территории фестиваля будет стоять ледяной камень, на котором будет написано: «Направо пойдешь – женатым будешь, налево пойдешь – богатым будешь». А прямо пойдешь, коня потеряешь. Кроме того, администрация города придумала и заказывает 6-метровую динамическую композицию. Это будет избушка с открывающейся дверью, из которой через определенные промежутки времени будет выезжать ступа с Бабой-Ягой. Стоимость изделия 21 миллион рублей. Это где-то 5 неплохих квартир в Москве. И это все госзакупки на сегодня. В студии была Надежда Иваницкая. Всего хорошего. До свидания. Госзакупка.